Еще один ящик, давай. Вы меня уничтожите просто. Добро пожаловать в Brawl Stars. Что, my boys and girls, вы написали в комментариях, что я черт, который выбил на 40 кубках Джина, и это очень классно. Да-да, тот самый везунчик, который выбил, не знаю, ну, мифик не особо классный. Он мне не особо понравился, он какой-то для меня слабый, но, наверное, классно, что я его выбил. Давайте мы быстренько захватим вот эти вот монеточки классные. Заходим в магазин, забираем бесплатный подарочек. Прокачаем розу. Вот роза. Улучшить, да-да-да-да-да. Все, найс. Она у меня уже какого? Сила 5? Какого? Она 5 уровня? А, ну сила 5, все, понял. Она классная. Сильная. Ну что, я накопил 4 вот таких вот контейнера. Прямо сейчас давайте мы их пооткрываем. И потом я кое-что придумал. Так, первый. Ну, ничего интересного. Просто power. Дальше. Опять ничего классного. Тут тоже самое, ничего классного. Я не думаю, что нереально что-то классное выпадет. Не должно быть так мне, что везет постоянно. Такого не будет. Мы прямо сейчас открываем магазин. И у нас вот такая вот штука. Набор 5 уровня и особая акция. И сейчас прямо все мы это купим. О! Так, 80. И мега-ящик, в котором у нас... Ну, ничего, только пауэр. Окей, понял. Нам ничего не выпало из этого мега-ящика, но у нас припасено 3 мега-ящика за 119 кристаллов. Придется покупать. Я, наверное, сделаю сразу вот так. Просто 2000 кристаллов улетучиваются. 2000 кристаллов. Это очень, это нереально много. И мы покупаем мега-ящик. Я надеюсь, ребята, вы хотя бы лайкос поставите под этот ролик, потому что, ну... Просто это же огромное количество кристаллов улетучиваются в игру. И я надеюсь сейчас, что нам что-то классное выпадет из этих 3 мега ящиков. Погнали! Так, и ничего я так... Опа! Это Эль Прима, да? Я уже шарю. Эль Прима. Ну, понятно, ничего супер классного нету, но... Здесь у нас, я так понял, тоже опять ничего не упадет. Когда у нас будет 6, сейчас что-то классное должно упасть. Давай, эпик! Пайпер! Подожди. Эпик не такой классный, как мифик, как я понял. Но Пайпер вроде одна из тоже таких прикольных бойцов. Вот у нас Пайпер. Ну, атака 1600, знаете, это сильно. Розы. Ну, я не знаю. Я хочу поиграть за Пайпер. Знаете, ну, выпал эпик. Не особо плохо, не особо хорошо. Давайте мы попробуем поиграть одну каточку. Сразу пойдем в столкновение, мой самый любимый режим. И потестим там Пайпер. Let's go. Так, ну, допустим. Давай сюда, брат. Вот это сильно было, кстати. А, вот, нет, она сильно на дальней дистанции, но не на ближней. Погодите. Я в блок попаду. Бум. Хо-хоу. Мобой. Подожди. Вас слишком много. Нам вас реально очень много. Он не выпустит меня сейчас. Тихо. А граната как работает? И все. И это все? Вот это клоунская херня? Ну тут я так понял, чем дальше, тем лучше. На. О-хо! Но! Блин, я почти... Так, стоп. У меня хп-то мало. Я добил. Она хотя бы 2 кубка получили. Знаете, на эмуляторе, я так понял, немножечко проблематично играть, как минимум за Пайпер. И было бы, наверное, прикольно, если бы поиграл на каком-нибудь айфоне. Я думаю, что... Окей, если вы хотите, конечно, я могу записать на айфоне, постараться как-то там как-то это оформить и записать на айфоне. Ну, там уже немножко по-другому все будет играться. Нужно играть как-то по-другому, уже не привыкать вот этой мышкой. Это было полегче. Блин, на ближней просто коса... Так вообще 500. Нет, это херня. Чем дальше, тем лучше. Ну да, наверное, на телефоне намного удобнее прицелиться, чем... На эмуляторе. На 2000 просто улетел. Что ж, Бармалей. Да что одни булы вот эти. Они реально танки огромные, их просто. Найс. Так, подожди. Роза. Ты имба моя любимая. Ты моя. Ну куда, Роза? Ну, Розочка, ну куда? Ну ты быстрее ходишь, что ли? Я не понимаю. Так. А, летели. Это я завейдил, да? И ничего не сделал. Она картонная вообще. Так, Розу сейчас не пробить, смысла нет вообще по ней фигачить. О! Мышь! Вылазь! Что за... Я не знаю, кто это вообще. Алина! 13 лет, давай, Алина. Выкуривать придется-то, ё-моё. Не, ну чтобы играть за Пайпер, реально скилл нужен. Я бескилловый, бесхребетный дурачок! Все, мне хана. Мне хана. Да. Ну, один кубок. Всего лишь один кубок, я его реально не достану. Come on. О, еще один ящик, давай. Вы меня уничтожите просто.
Ё-моё, из бесплатного контейнера мне падает второй мифический боец. Тара, охренеть. Серьезно, у меня второй мифик? Это какой-то бред. Так, Тара, пойдем поиграем, посмотрим, что ты из себя представляешь. Потому что я никакого вообще не имею расположения. Что ты вообще из себя представляешь? О, кстати, нормально. Тоже далеко. Ну, блин, опять скилл нужен. Так, ну я розу, наверное, не выиграю. Хотя, а, у него атак спид очень жесткий. То есть можно набрать 3 карты и просто максимально быстро их выкинуть. Да, а вот... Это что сейчас за ульта такая была? Интересная. На, не дам хил. То есть я не хиляюсь, если атакую, я так понял, да? Не, ну роза посильнее будет. Просто на дистанции держать. Держу на дистанции. На. Так, лови. Да тяжеловато. Ой-ой-ой, все, походу это кирдык. Да что это за рейндж? Жесть. Да нет, тоже тут какой-то скилл надо. Почему? Я беру розу, и никакого скилла не надо, я просто выигрываю. Давайте я возьму розу и сейчас попробую выиграть. Маша. Давай идешь отсюда, Маша. А. И мой черед. Ну, я посильнее, я же роза. Прокачанная роза. Давай, 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 давай. 42, ну. О. Так, шели, 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 шели. А мы, опа. Я знаю, что у тебя ульта есть, что ты готова. Все, вот просто выбриваем всех. Скилла не надо, чтобы за розу играть. Давай, давай, влазь. Я знаю, что ты тут. Опа, 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 опа. Все. А у меня все, у меня, видите, ульта. Все. Бул. Давай. У тебя, кстати, хп побольше было в этот момент. Давайте. Я же с собой, файтесь, файтесь. Сейчас просрете все, и я на горяченькое приду просто. Все. И последний, давай. Давай. Все. Я же говорил просто, я взял розу, я выиграл. Сразу с первого раза. Я не знаю, и роза реально имба. Сколько не падает мне мифические. Ну, может быть, если мне лего выпадет, я, может быть, там реально кого-то полюблю. Но сейчас точно определенно роза будет. Определенно 100% роза. Но то, что реально мне выпал мифик опять с бесплатного такого кейса, это трэш. Так, я хочу убайца. Конечно, я розу, я розе все дам. Убирай розу. Тебе. Все, у меня 200 кубков, нужно прокачиваться. Я думаю, что, в принципе, можно будет это попрокачаться уже, типа, без ролика. Я немножко как раз-таки на айфончике поиграю. И заодно, я думаю, что следующий ролик мы запишем на айфоне. Я разберусь, как записываю, типа, чтобы все это было классно, чтобы все было без лагов. И выложу видос. На этом мы заканчиваем. Спасибо огромное, ребят, за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны. Ставить большие пальцы вверх под этим видосом. Напишите, кому вообще нравится... Тара? Тара, да. Тара. И напишите стратегию, как вообще нужно за нее играть, потому что ну, я точно не понял. Для меня вот имба, вот она. В принципе, на этом все. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.